эксплуатация человека человеку. Если вы пришли. Это не эксплуатация. Откуда вы узнали, что здесь пикет будет? Вот, например, я вам расскажу. Откуда вы узнали, что здесь будет пикет? Эксплуатация, да, вот, например, частный сок. Кто вам сказал, что здесь будет пикет? Есть частный сок. Свечка полетела. Вот. Скажите, пикет, откуда узнали, что здесь будет? А, пожалуйста, я распространяю. Кто говорит? Он член нашей организации. Вам сказали, да? Я ему лично сказала, и что? И вы бесплатно приходите, работаете бесплатно. Это счастье. Общественная нагрузка, да? Ничего. А как? То есть я тоже могу вас позвать куда-нибудь на общественную работу. Вы все равно на кого работать, да? Нет. А как? Именно то, что устраивает меня. Именно мои взгляды, мои отношения. У меня есть хорошее предложение. Соберете людей, я тоже приглашу. Надо будет пойти на округ. За меня там выступить. Готово, общественная нагрузка. Есть у вас идеалы, хорошие идеалы. Хорошие идеи. Бедных не должно быть, все должны быть богатые. Да. Вы за? Или все бедные? Или все богатые? Как вы? Вот. Да, можно говорить. А вы богаты? Я нет. Вы богаты? Я не богат. Вы знаете, какой слово богат? Вы глухая? Сколько раз вам сказать? Давайте. Нет, плохо слышите? Человек. Нет, он глухой просто. Я для него повторяю. Вы знаете, какой слово богат? Богат внутренний мир, может быть, правильно? Не обязательно же деньги. Да. Правильно, я вам за это говорю. Богатство внутреннего мира не пахнет. Да. И поэтому слово богатство. Понятно. Я знаю этих людей, братья, сестры, родственники. Конечно. Карачаются. Все мы такие. А что, у вас не сразу? Карачаются. Уберите. Нет. Отойдите, не надо мне в лицо тыкать. Нет, подождите. Я же вам не тыкаю. Нет, я вам не тыкаю в лицо. Уберите руки. Уберите руки, что вы? Вы, может быть. Уберите руки от человека, что происходит? А вы по какому праву меня за руки хватаете? Как его зовут? Кто это такой? Алексей, да? В чем дело? Уберите камеру отсюда. Чего мне свою? Да уберите руку. Да вы а вы что руками машете? Так, 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 разошлись. Почему она вы меня убирает? Что вы руками руки поднимаете? Уберите телефон. Что вы делаете? Свой телефон. Нет. Почему ты тыкаешь, а я не могу? Убери руку. Да не махайся. А что ты мне машешь? Нет, ну нельзя на девушку. А ты что показываешь? Молодой человек. На глаза смотри. Вот видишь, на девушку зачем? А ты мне что делаешь? Руку опускаешь. Ты сейчас не делал это? Слушай, ты бьешь. Я же первый. За это говорю. А что ты сейчас сделал? Я тебя не трогал. Зачем ты делаешь? Да, это девушка. Женщина. Видишь, какой? Смотри мне. А то я тебя сейчас дам. Девушка агрессивно себя ведет. Я милейший. Никто не зарабатывает.